Я уже порвала коробку, потому что мне не хватило терпения отклеить вот эту штуку. Еще, девчонки, хотела вам показать мой новый маникюрчик. Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это будет влог. Я вам говорила, что я собираюсь чаще снимать влоги. И сегодня один из этих дней. Сейчас я жду Фатю. Как только Фатя придет, мы с ней начнем снимать новое видео. А затем пойдем кое-что мне прикупить. Я хочу себе купить что-то из золота. Во-первых, я очень-очень люблю золото. Именно вот в таком вот оттенке. То есть это не белое золото. Через 2 недели у меня день рождения. Я не хочу откладывать на 2 недели, потому что если у меня вдруг появилось вдохновение, я должна пойти и это купить. Как-то лазила, знаете, в Инстаграме, наткнулась на страницу, где как раз-таки продавалось золото. Кое-какие модельки колечек мне очень понравились. Думаю, может, колечко взять или сережки. Пока не решила, но обязательно там поснимаю для вас. Если вы тоже любите золото, то обязательно оставайтесь вместе со мной. Еще, кстати, совершила заказ из каталога Faberlic. Для меня это вообще редкость, потому что из этих сетевых компаний я никогда ничего не заказываю, ни Avon, ни Faberlic, ни Oriflame. Oriflame мне вообще не нравится, хотя у меня есть бальзам от Oriflame, да, но их мне подарили, я сама их не заказывала. И еще я сегодня спала не в своей комнате, а в гостиной. Это связано с тем, что я немножечко приболела. А в моей комнате балкон и окно, поэтому там прохладно, я решила спать здесь, и нужно бы собрать постель. Тот аромат из Фаберлика, который я заказала, мне вот сейчас написала консультант, что этого аромата, к сожалению, нету, выбери какой-то другой. Я подумала, да ладно, что заморачиваться, схожу и куплю уже. Еще, девчонки, хотела вам показать мой новый маникюрчик. Конечно, не идеально получилось, но мне почему-то очень нравится, я прям кайфую от него, особенно от вот этих вот ноготочков. Я еще здесь приклеила стразинки, мне безумно нравится. Мне кто-то пишет в комментариях, что типа это безвкусно, длинные ногти, сделай коротенькие, красные. Но мне, если честно, очень нравится. Я обожаю вот такой вот яркий, бросающийся в глаза маникюр. Буду ходить месяц счастливая. Кстати, если вы тоже любите яркий маникюр, который ни с чем не сочетается, и при этом вы чувствуете себя комфортно, я из тех как раз таки людей, пишите в комментариях. А я сижу и жду. Фатя уже в дороге. Она сказала, что она купила 3 пиццы из Доминос. Ура, будем кушать. Хотя я уже снимала мукбанг, и я, естественно, не очень голодная. Читаю комментарии. Я там в видео говорила, что мне нужно пить больше жидкости, больше воды. И все пишут, соки это же не жидкость. Вы на самом деле не знаете, какой у меня диагноз. А мне не самое главное пить именно воду. Мне врач сказал, что именно нужна жидкость. Без разницы. Это может быть и натуральный сок, и компот, и чай, то есть не обязательно воду. Сегодня еще как раз таки, оказывается, заберу Faberlic. Сейчас переговорили с девочкой, она мне сказала, что она привезет. Ура! Я вам как раз покажу во влоге. Еще, кстати, купила крем для лица, там была акция 1+1, сейчас вам покажу. 2 вот таких вот крема, здесь была акция 1+1, то есть один вы покупаете, другой в подарок, один стоил 7 манат. Я очень люблю марку Natura Siberica. Мое знакомство вообще с этим брендом началось... Господи, как это открывается? Я уже порвала коробку, потому что мне не хватило терпения отклеить вот эту штуку, которая приклеена на супер момент. И, в общем, вот такие вот 2 крема по 50 мили. Один BB-крем, другой ночной, если я не ошибаюсь. Вот такой вот комплектик. Я кремами каждый день пользуюсь. Один я отдам маме, другой себе. Вот BB-крем у меня как раз-таки мама любит. Также со сроками все отлично, так что париться даже не стоит. И последнее, что я приобрела, это лак для волос от Прелесть. Он тоже был на скидке. Я купила его за 1 манат 70 копеек. В последнее время, когда я что-то покупаю, у меня такая радость. Ура! Ура, что-то новое. Я, например, шапочку себе купила. Вроде такая, знаете, ничего особенного. Самая обычная черная шапочка. Не знаю, даже стоит ли ее показывать или нет. Но столько счастья. Я в последнее время, наверное, превращаюсь в какого-то шопоголика. Мне хочется что-то покупать, и это дарит мне какое-то счастье. А вот и Фатя пришла. Пришла. Я пришла с пиццей. 3 пиццы. Молодец, подожди, фокус теряет. Ты что, колу взяла? Здрасте.
себе взять? Я обувь взяла. Я же говорю, будем из ведра пить. Мне что-то захотелось колы, хотя обычно не пью. Адуней Дисан. Я забыл, как тебя зовут. Фатима Гялеб. Фатима. Видео чекерем, нене. Видео Дисан, да чекерем, нене. Бабушка смотрит твой канал? Да, конечно, она обожает мукбанки. Какая классная у тебя курточка, Фати. Какой мейк. Вот я обожаю Фатин мейк. Я не знаю. Ладно, проходи. Вау! Вау! Я уже не могу, я с утра на двух ложках йогурта. Повесь-то. А, реально. На. Упаковочка. Да минус раз. Да минус два. Вау! Вау! Она так крошечная, это их средняя пицца. Представляю, какая маленькая пицца. Маленькая, мы за один присест. Один раз я маленькую заказала, боже мой, она была как блюдечко. Ну, для нас это маловато. Три штуки на двоих как раз, я думаю. Да, я не знала, что они такие маленькие. Я даже на сантиметры не посмотрела. Хорошо, что три взяла, а не две. Вот мы уже с Фатей в моем лифте. Оделись тепло, видите, у меня шарфик и шапочка. Идем покупать что? Что-нибудь. Я хочу прикупить что-то золотое. Может быть, это будет какое-то колечко или сережки. Но сейчас мы с Фатей думаем, лучше это будет сережки. Потому что у меня нету хороших сережек. Надо, надо. У тебя ногти прям под чехол телефона подходят очень красиво. Хоть под что-то подходят мои ногти. Все, я получила свой заказ в Фаберлик. И сейчас мы с Фатей уже идем покупать. Косметику хотела сказать. Покупать золото. Заказ мне очень понравился, в принципе. Мне даже положили подарочек. Это было очень мило, да, Фатя? Да, приятная девушка. Дома я вам подробно расскажу то, что я купила. А сейчас мы идем. Вот такое вот колечко в итоге я купила. Мне оно очень-очень нравится. Я вот выложила сегодня видео мукбанк, где как раз-таки рассказывала про кольцо, про грамм золота вообще в Азербайджане. Я так поняла, что много кто меня не понял. Люди подумали, что это кольцо стоит 2700 рублей. Ребята, я говорила про грамм. А здесь почти 3 грамма. Поэтому обошлось оно мне 190 манат, что делает 7000 с копейками. Так что как-то так. Вот здесь это... лимонное золото, которое я обожаю. И здесь мое второе колечко. Здесь 3,5 грамма. Я не люблю изделия, где очень мало золота, потому что они гнутся, ломаются, а вот это вот так вот надежненько. Фатя тоже себе что-то хотела купить. Смотрела-смотрела по лавочкам, но ничего ей не понравилось. Как вам, обязательно пишите в комментариях. А вот в каком состоянии Асква, Тима? Усталый комочек. Я сижу в инстаграме, смотрю косметосик. Покажу вам маленький мой заказ от Фаберлик. Здесь также должен был быть парфюм, но, к сожалению, на складе не было парфюма. Поэтому я взяла две такие туши, на которые меня подсадила Фатя. Очень мне они нравятся, даже больше, чем от Maybelline. Обожаю, специально взяла две. Покажи чтобы... вот так вот длину. Как длину? Не видно, что за тушь, покажи. Вот так вот. И мое новое колечко. Прям нарадоваться не могу, смотрю и радуюсь. Короче, вот эти две туши. Спасибо, Фати. Да, это Volume Art. И вот такой вот набор, который впредь я нигде ни у кого не видела. Это подарочный набор, но я его брала для себя, потому что здесь есть вот такие вот миниатюрки. Попробую, если понравится, уже большую версию куплю себе. Здесь, значит, дневной крем, ночной крем и крем вокруг глаз. Это питательные вроде как крема, они не антивозрастные. Буду пользоваться и уже вам скажу о своем впечатлении. И здесь такое вот средство мне положили в подарок. Правда, я думаю, что это средство мне не понадобится. Это для кухни. Средство для чистки духов и плит. Духовок и плит. Короче, это отдам маме, а это все мне. Что мы делаем после съемок видео? Каждый в своем телефоне читаем комментарии, обсуждаем. Да, Фатя?
Я вернулась к вам спустя ровно сутки. Сегодня уже вечер следующего дня. Зачем я вернулась? Просто так. Нет, на самом деле я осознала, что кое-что я не показала. Сейчас вам покажу футболочку. Правда, это не что-то такое вау, но все равно надо показать. Раз купила вчера, надо показать. Я уже смонтировала весь влог. И, блин, ребята, я так жалею, что я не снимала ни в Нью-Йоркере. Я не снимала, когда я выбирала золото, когда мы шли за обувью. Это все надо было реально снять. И еще такой вот момент. Мне подруга сказала, что вот как только ты купила кольцо, ты уже 2 дня ходишь с этим кольцом. А оно не на повседневку. То есть это такое кольцо, которое везде цепляется и не очень удобное в носке. Но я на самом деле такой человек. Если я покупаю себе золотые ювелирные изделия какие-то, я их вешаю на себя и постоянно хожу с ними. И купаюсь с ними, и сплю с ними. У меня нету такого характера, что, например, я ложусь спать, нужно снять сережки, положить куда-то, и ты засыпаешь. То есть, если это серебро или золото, то это постоянно со мной. А как вы носите? Потому что она мне сказала, что это не совсем нормально, что золото обычно носят на свадьбу или на какие-то такие, знаете, серьезные мероприятия, но для меня это что-то обычное, так можно сказать. А вообще я решила, что раз в месяц я буду покупать себе что-то золотое. Не знаю, будет ли получаться в финансовом плане, но я буду очень стараться и надеюсь, что это вам будет интересно. Каждый раз, когда я буду покупать, я вас буду брать с собой. Если среди вас тоже есть любители золота, отпишитесь, пожалуйста. И в конце я бы хотела вам показать вот такую вот маечку, которую я купила в магазине Нью-Йоркер. Она также коротенькая на лето, но зато я ее купила со скидкой, аж не знаю, в 60%. Я ее купила всего за 3 маната, это вообще копейки. Я подумала, на лето самое то, и летом по такой цене я ее не куплю. Поэтому раз увидела, надо брать. И еще там был такой момент, у меня есть карта банковская, там есть кэшбэк, и кэшбэк садится на карту бонусами, получается, что эта футболка досталась мне бесплатно. А узнала я про эту всю акцию с кэшбэк-сервисом от одного из блогеров. Поэтому реклама — это не всегда плохо. На этом, я думаю, пора закругляться. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень-очень сильно люблю, целую. Всем желаю удачного дня, всем пока.